Тогда помолчите, я говорю. Я говорю. Прошу. И страна в условиях гражданской войны. Вы хотите в хорошем костюмчике? А кто похоронил 15 миллионов? Там тоже будем стоять в хороших костюмчиках? А миллионы потеряли родину. Что мы им скажем? А русский народ оплеван. Ему что скажем? А русский язык запрещают везде. Русских летчиков арестовывают везде. Дети выбрасываются из закон. Да тоже будем все тихо, спокойненько говорить. Ребята, все хорошо, в костюмчиках, тихо. Ну, дети не хотят жить. Ну, полно пьяниц, кругом наркоманы. Кругом... Ну, что делать? Зато пойдем в концерт, понятно. Прохоров заплатит, Алла споет. И нам хорошо, вам втроем хорошо. А я хочу, чтобы было хорошо главному народу нашей страны. Бедному русскому народу. А на вас мне наплевать.